Всем привет, с вами Science Daily, новости науки и технологий. Российский стартап Hover разрабатывает и создает дроны-беспилотники для доставки посылок, летающие мотоциклы, которые уже использует полиция в Дубае, и аэротакси без открытых винтов. Глава компании принял решение использовать для городских летающих автомобилей авиационные электродвигатели на основе эффекта Вентури. В таких двигателях пропеллер заключен в трубу, и поэтому они менее опасны, чем двигатели с открытыми пропеллерами. Ранее компания представляла беспилотный летательный аппарат с несколькими двигателями Вентури для взлета и посадки и двумя обычными двигателями для движения вперед и назад. Однако этот беспилотник был в 10 раз меньше реальной модели. Теперь компания представила первый прототип полноразмерного пилотируемого аэротакси, продемонстрировав даже несколько секунд полета. В этом аппарате два двигателя Вентури отвечают за горизонтальный полет и 4 обычных двигателя за вертикальный взлет. На первый взгляд, летающий автомобиль от Hover выглядит весьма небезопасно, хотя то, что он смог поднять в воздух двух пассажиров, уже достижение. Что же касается летных характеристик, то, как утверждают разработчики, максимальная скорость аэротакси будет около 200 км в час. Также в окончательном варианте заявлена грузоподъемность до 300 кг и дальность 100 км на полном заряде аккумуляторов. Пока весьма сомнительно, что такой аппарат сможет пролететь 100 км на одних аккумуляторах. Но не будем загадывать, а будем держать вас в курсе. Поэтому не забудьте подписаться на наш канал.